Надо прийти. Так, а тебе что нужно? Вот так вот сюда? Следующий. И зажигалочку. Мама, все будет у меня не горело. Я не загорела. Мама, вот здесь надо пулить. Эмма, держи, хорошо его. Сейчас он должен набрать тепло. Так, сам чуть-чуть ниже опусти. Ты свою сторону, ты ее переказывай. Подожди. Ждите. Пока не нагреется. Ух ты, сколько летает их. Да, до 5 минут. Пока он сам не начнет вырываться. О, наш тоже надувается, уже скоро будет готов. Так. Он не хочет подниматься еще. Так, сейчас. Он сам должен... О, полетел наш. Ого, вот хорошо, когда держит, вот он тогда хорошо взлетает. Он отлично пошел, очень хорошо пошел. Я его держу в фокусе. Вот она. Ну да, она очень хорошо набрала высоту. Эмма. Супер. Посмотри, там чей-то подул. Фонарик. Вот учебный год начинается. О, Эмма, посмотри. Да, Эммочка, мы тебя поздравляем, чтобы ты вот так вот шла. Посмотри, там чей-то подул. Хорошо училась, чтобы мы радовались. Посмотри, там чей-то подул. А наш уходит, смотри, чуть в сторону. Да? Я тоже пошел. А тут упал один. Мама, падай. Черный! 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 Черный!
Мама, знаешь, почему один петух? Эмма, знаешь, почему? Он слишком далеко, он как звезда будет. Да, наш, смотри, вон он, вон наш.